Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 23 января 2019 года. И здесь, в Центре культуры «Родина», открывается месячник оборонно-массовой работы. Детей казачат пришло столько, что, по-моему, зал не сможет вместить всех. Кто-то уроки успевает делать. Огромная, могущественная, бескрайняя страна Россия с каждым годом приумножает свою силу и величие. В этом заслуга каждого, кто верит в непоколебимость своей Родины, кто бесстрашно стоит на защите ее рубежей и строит уверенное будущее. Доктрины Даллеса, который много лет работал в ЦРУ Соединенных Штатов и вел основную работу на подрыв Советского Союза. Он сказал: вот закончится эта война, и мы бросим все, все золото, все материальные ценности, чтобы постепенно заменить их нравственные ценности на подставные. Мы будем насаждать разврат, низменность, стяжательство, склочность. Будем постепенно, шаг за шагом, внедрять это дело. И будем начинать с молодежи, с детских садов. И мы видим, что сегодня молодежь наша в основном, не вся, но многие сидят в соцсетях и оттуда берут материал из этой мусорной ямы и делают оценку тех событий. К сожалению, уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны. У нас сегодня их осталось 72 человека, не беря тружеников тыла, именно участников боевых действий. 27 января этого года исполняется 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Я живу в Анапе недавно, 33 года. Здесь уже появились внуки у меня, и внуков у меня 5 человек. И я всегда живу своим родным городом, у меня две родины получается. Одна родина – Ленинград, вторая родина – Анапа. Есть ли у нас здесь блокадник Ленинград? Оказывается, есть и защитники, кто сидел в окопах и защищал наш Ленинград, и те, кто в осажденном городе были, есть. И таких я нашел немало, 127 человек. А ныне в нашей организации 21 человек остался. Вот разве я могу, я блокадник Ленинграда пережил 900-дневную блокаду в Ленинграде, забыть о том, как обстреливали нас с пушек, бомбили с самолетов? Да разве это можно забыть? Разве можно забыть, когда моего дедушку и бабушку влетел снаряд прямо в квартиру и убил обоих сразу снарядом? Это было в Колпино, город Колпино под Ленинградом, Дегтярёвский завод. Разве можно забыть постоянное чувство голода? Об этом не забывается. Умеют в Анапе делать мероприятия вот такого плана, патриотические,
военно-патриотические концерты. Поэтому очень здорово все было. Мне понравился последний номер при участии казаков. Ну и мероприятие месячника продолжится в течение всего месяца. Я буду еще делать другие репортажи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго. До следующих встреч.